хочу показать свой виноград, который находится у меня в пристенных тепличках. От одной теплички здесь растет 4 сорта. Два из них уже готовы к еде, то есть можно срезать и кушать. Сейчас я им покажу, что у меня есть. Вот Анжелика Ксения называется сорт. Этому кусту 2 года, как и всем здесь в этой теплице. Вот 3 мне дала сигнальные грозди. Вот моя рука. Вот такие красивые ягоды. Очень сладкий, вкусный виноград. Советую всем, кто желает приобретать вот такие большие ягоды. 4 сантиметра будут в длину. А то может и больше. Еще вот сигналка. Но я уже немножко потрепал. Пробую все. Сегодня срежем. Попробуем. Кусты очень сильные, рослые. Вот растут до 2-3 метров. 2 года кусту. 2-й год. Вот. Так, идем дальше. Вот у меня есть цитронный магарач. Тоже кусту 2-й год. Вот уже несколько рукавов, 4-5 можно, ну 4 рукава достаточно вывести. Вот такие гроздочки тоже. Вот. Это технический сорт. Его можно и кушать, можно и вино сделать, но еще вино нечего сделать. Ну, компоты, наверное, будут, скорее всего. И скушаем. Так, ну и вот сорт Виктор из тройки Крайнова. Он уже тоже практически вызрел. Такой малиновый красный цвет. Вот 2-й год ему. Он тоже дал, наверное, сигналок с 10. Нагрузку тянет очень хорошо. Очень. Даже вот на пасынках я тут экспериментирую. Выбросил пасынки. Сейчас покажу. Вот. Вот один пасынок. Где-то здесь еще были пасынки. Вот еще пасынок. Вот. Выбросил. Может, еще созреют до заморозков. Посмотрим. Ну, вот такие классные ягоды. Вот моя рука. О, тут вообще, блин, я в шоке. Говорится, очень вкус. Я уже пробовал. Отменный. Ягода сочная, мягкая. Ну, правда, косточка есть, но очень, очень классный сорт. Стройки Крайнова. Все желающие могут приобрести, вернее, и выращивать такой сорт. Так, дальше у меня. Это он еще в стадии созревания. Это у меня Гелиос. Тоже 2-й год. Первые сигналки. Не знаю еще, что за вкус. Как он себя тут. Но есть горох, конечно. В этом году. Весна у нас и лето очень холодное. В 2017 году очень холодное. Поэтому еще хорошо, что в теплице хоть что-то можно у нас вырастить и скушать. Тоже куст сильно рослый. Вот растет очень высоко. Очень классно. Так, пойдем сейчас еще в следующую тепличку.